Всем привет, ребят! Продолжаем трешовать сегодня на волнах. Будем пробовать проходить дальше волны. Мы застряли на HBMA. Она здесь так называется. Вот такой вот у нас будет составчик. Расстановки я не делаю, как обычно. Сейчас только на ледяхе. Берем железную, поставим. Так, что мы ледяхи такое интересное можем втыкнуть. Баст. Ладушка стоит. Поставим ИСУ. Такой вот у нас состав будет. Сейчас еще раз покажу. Так и вот так. Вот такие вот у нас герои гарнизонные. Поехали, попробуем. Конечно, здесь разбивают в первую очередь здания. Не знаю, посмотрим, что у нас получится с этого всего. Не будем ускорять, посмотрим, кто там дохнет у нас, кто не дохнет. Так, Атлант. Что-то, да, видите. Развалили моих нубов. Просто на изи. Уротали. Сейчас мы их более кучно поставим. Так, ангела мы сейчас спрячем. Ну, попробуем сейчас такой вариант. Конечно, это опять же не поможет нам особо. Поехали еще разок. Так, ну тут, как видите, уже 200 уровни. Просто без вариантов. Так, еще. Возможно, надо будет просто поставить их отдельно всех. Ну, пробуем. Самое главное, чтобы зашли все четенько. И Атлант сейчас, сволочь, не включился. Так, ну вроде замедлили. Первую волну А1 прошли. Так, смерть. Есть. Так, ну тут сейчас нас просто ушатают опять же. Не, да, ушатались об Атланта, блин. Обидно. Так, ну давайте попробуем так. Да тут пробую, не пробую. Тут надо просто на удачу проходить, да и все. И походу надо разброс ставить обратно же. Вот видите, смерть залпа просто вытащила их. Ушатала всех. Ну бочка, бочки пофиг. Бочки пофиг, атланты пофиг, все. Сейчас попробуем ее мажеву все-таки поставить. Посмотрите на бочку. Нереальная какая-то она. Ну, видите, смерть активируется и все. Нереально просто. Давай, бочка, затащи их. Вот это имба, ребят. Бочки пофиг, и Атланты, и все остальные. Так, сейчас все-таки я поставлю мне ладушку. Сейчас пособираю оживы. Возможно, это хоть нас немножко спасет.
может и нет, посмотрим. Ну, станут более живучими, это точно. Так. Почку оставляем. Возможно, нужно больше героев с разбросом, но опять же, пока к ним добегает, там только смерть зарядится, все. Нас просто ушатывают. И поставим Тритону пятую. Пробуем такой вариант. Ну, как видите, вроде со живой получше, но опять неудачный заход и нас сливает. Смерть. Вот так у нас хватает. Хоть до утра бегай. Нет. Больно она бьет. Хорошо, попробуем другой вариант. Возможно, если бы башни были прокачаны, то было бы попроще. И заборчик. Но опять же, не факт. Самое главное, чтобы не дали смерти зарядиться. Они, видите, дают, надо разброс ставить. Она просто под Купидоном сливает их нафиг. Вот самое опасное. Хоть бери, блин, и забор ставь. Но я не хочу забор ставить на такой расте. Так, ну тут что-то интересное у нас получилось. Так, ангела у нас слили, да? Но шансы у нас есть. Конечно, без ангела печально все. Нет, бочка будет тащить. Даже бочку слили. А два, и дальше я не могу прийти. Даже имба тритон нас не спасает, к сожалению. Даже живы, в принципе, нас не особо спасают, как видите. Ну, тут дамага очень много у них, не 200 уровня. Предел гарнизона, в общем, походу, закончился у нас. Единственный возможный вариант — это расстановка, но не факт, что она нас спасет. Так, хорошо, давайте тогда вместо кого-то поставим
кого-то такого ненавязчивого. Кто нас может спасти в данной ситуации? Это же, конечно, малышник. Но это, опять же, не точно. А ну-ка попробую. Ради интереса. Не, даже малышник тут не спасет. В общем, не знаю. Походу, вариант либо качать башни и пробовать пройти, либо ставить забор. Но забор, я думаю, тут опять же нас не спасет. Как бы мы его ни ставили, у меня нету тут таких автопрокеров в гарнизоне. Как видите, как только к ним подходят, даже к ним не подходят, включается смерть, она просто их сливает. Еще вариант, конечно, есть, это опять же поставить всех героев с разбросом. Ну тогда по дамагу вариантов у нас особо много не будет. Так, разброс, разброс. Ну-ка попробуем просто ради интереса. Ну, разброс — это хорошо, когда они так не бегают, как сейчас. Они тут просто тупо купидон заряжает и все. И смерть нас залпа сливает. Вот, видите? Я тут ничего не могу сделать, а убить их я не успеваю. Можно, конечно, трешануть, просто поставить сюда Афинку. Она здесь, конечно, наверное, соло пройдет. Но опять же, это не точно. Ну тут опять же, видите, Атлант включился. Нужно будет еще поиграться, наверное, с зданиями. Ну, такой вот вариант, как я вижу, возможно еще, да. Но это опять же, это уже не гарнизон прошел. Это называется Афина просто унижает уже. Вот Афина или Дяха, в принципе, как вариант. Они не будут успевать добегать, а Афина... Так, Атланта. Видите, вот били здания. Даже такой вариант не канает. Ну, хотя, если поставить Расту, прокачать немножко здание, то, в принципе, будет нормально, оптимально. Так, опять дали кому-то включиться. Ну давайте попробуем таким составом. Постройки надо будет как-то свести все в одно. Жесть. Давай, Афина, тащи. Так, ангел. Эй, не убивайте здание. Ну, хотя бы до А3 уже дошли, это уже прогресс. Почти. Ну, надо еще и таблетки подкачать. Это надо не забывать, у меня они всего лишь 10-е. Маловато. Для таких героев надо все-таки получше их прокачивать.
Ну вот сейчас, может, будет у нас попытка, если, конечно же, удачно все зайдет. Не. Как видите, даже Афина сама не справляется здесь. А бочка тащит. В общем, не знаю, пишите, что вы думаете в комментах, и уже будем дальше пробовать проходить. Но пока я не вижу вариантов, как либо потестить, поменять расту, сделать ее без забора, все же собрать все здания в одну сторону, либо же прокачать таблетки однозначно и башенки для прохождения, но это не спасет особо, потому что дамагеров как таковых нету, а сносят их очень быстро, даже при таких прокачках. Пишите комменты, там уже посмотрим. Всем удачи, всем пока.